Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. В первую очередь надо сказать, что, собственно, самого вопроса в вашем тексте, по крайней мере, я не увидел. То есть, как будто бы самого вопроса в вашем тексте особо-то и нет. Вот. Вы вроде как описали ситуацию, вроде как вы описали некоторые события, которые в вашей жизни значит, происходят. Вот. Но чего вы хотите в этой ситуации, непонятно. Вот. Вы говорите о том, что вы не можете жить дальше, пока ситуация не будет прояснена. Ну, пока ситуация не прояснится. И на мой взгляд, это связано с тем, в первую очередь, что вы не доверяете себе. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. То есть, если вы вот не можете жить дальше, не прояснив какие-то аспекты с другим человеком, если вам нужно вот, ну, условно говоря, обратная связь от другого человека. Вот. Я полагаю, что речь идет как раз именно про то, что вы не слишком сильно себе доверяете. И, соответственно, это вопрос к вам, как раз. Вот. Это вопрос именно к вам, именно относительно того, как вы себя чувствуете, как вы к себе относитесь и так далее. Поэтому в первую очередь я бы поработал бы над доверием к себе, в первую очередь. Это важнее всего. Вот. Важнее всего, чтобы доверяли себе. Следующий момент это то, что вы вот пишете, значит, были разногласия по поводу того, что много работает в последнее время и там, соответственно, много времени проводит с семьей. Вот, вы пишете. А вот здесь стоило бы задать вопрос, ну, вам, почему молодому человеку, вашему мужчине, лучше проводить время где-то, например, на работе, а не там, допустим, с вами. То есть по какой-то причине на работе он чувствует себя лучше. Значит, дома его что-то не устраивает. Вот. Дальше вы говорите о том, что
Вы говорите о том, что у вас были ссоры, там вот, и это очень важный момент. В ссорах дело в том, что участвуете вы, вот, в том числе. Ну, в конфликте, да, вот, да, вот, в ссоре принимаете участие вы тоже, да, вот. И, на мой взгляд, это очень важный момент. И если вы также ссоритесь, может быть, не отдавая до конца себе отчет, а в том, что вами движет, что вас мотивирует. Вот. То есть здесь прослеживается точно такой же момент, связанный в первую очередь, наверное, с тем, что вы себе не доверяете. Вот. Опять. Вот. Понимаете, да? Вот. Дальше. Так. Значит, вот вы пишете, что на вас вылез обвинение, много оскорблений. Вот, и здесь чувствуется, что человек как-то вот, ну, не совсем собой, вероятно, с вами, может быть, вот, то есть тут вот такая история, поэтому здесь я бы в какой-то степени пересмотрел бы ваше поведение, да, насколько вы естественны, насколько вы свободны, вот, насколько с вами ваш мужчина свободен, вот, это очень важный аспект. Вот. Дальше. Значит, так, далее вы чувство вины. Взял, простите, обращение, да, свою истерику. Вот. Ну, опять же, здесь вопрос в том, на мой взгляд, как вы к этому относитесь, вот. Почему вы называете это истерикой, вот. То есть, понимаете ли вы, что здесь есть вот еще и ваша ответственность, ваша позиция, вот. Это очень важный момент. Вот, поэтому тут я бы не, ну, не показалось, по крайней мере, что вы все на молодого человека здесь переносите. Вот. В какой-то степени это не совсем конструктивно, на мой взгляд. Вот. Если вы хотите гармонизировать отношения, вот, именно, опять же, непонятно, да, чего вы хотите в этой ситуации, вот. Дальше.
Так, значит, когда с тобой люди, нам нужно быть спокойно поговорить, но все надолго, что разговор не психосвязан. Недолго можем побыть отдельно. Но без прояснения ситуации не могу жить дальше вместе, делать что все в порядке. Поэтому написала, что также люблю его, но мне нужен разговор по душам. Ну, я думаю, что здесь вы перекладываете на человека, ну, возлагает на человека слишком много вот, ответственности, вот, как будто бы, вот, я думаю, что, скорее всего, он почувствовал, значит, ваше давление, вот. И ему, вероятно, это не понравилось, вот, понимаете, какая штука, вот, вот то, что я могу сказать, это вот воспринимают как давление. Так что тут я бы сказал, что ваши личные границы с вашим мужчиной, они несколько нарушены, вот, как мне кажется. Вот. Такой вот аспект. На этом, в принципе, все. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, вот. Обращайтесь за помощью, вам она понадобится.